Привет, привет. Сейчас там все, кому не лень, запускают арчери челленджи. Типа, вам слабо. Кость Мазил запустил челлендж на той неделе, что ли, где надо было там с 20 метров попасть в скитлс конфетку. Мне казалось слабо, я не попал. Раз и плюнул. Ну, может быть, когда-нибудь дорасту до этого уровня. Олег Вещи. Тот вообще черт. На 30 и с дочерью вместе, на 30 метров. В тик-так там конфетка попадает. Ну, это, конечно. Может, когда-нибудь, если я буду каждый день тренироваться на пенсии, может, мне это получится. Но сейчас для себя я уже второй или третий год провожу такой челлендж. Называется «Три стрелы». И с вами хочу поделиться, и вам его... Эй, собаки, хватит! Собаки! И вам его порекомендовать, если вы хотите охотиться. Челлендж заключается в следующем. Сделать с 30 метров 3 выстрела. 3 стрелы, 30 метров. Стрела оперенная с наконечником охотничьим. Это Монтек. Стрела оперенная с тренировочным наконечником и стрела неоперенная с тренировочным наконечником. Лук 60 фунтов, стрелы 150 и спайн. Спереди суммарно 140 с копейками гран, 140 гран, 30 дюймов длина стрелы. Вторая попытка по-быстрому, потому что когда пошел снимать камеру, чтобы показать результат первого отстрела, случайно нажал на кнопку и выключил запись. Поэтому, чтобы сделать все одним дублем, по-быстренькому еще раз стреляю.
результат. Это Field, это Broadhead, а это неоперенка. Чуть-чуть вправо ушла, но может быть мой косяк в прицеливании. Ну, давайте еще разок повторим, чтобы закрепить результат. Перед этим все три стрелы были прям ровно, по вертикали ровно. Неоперенка была чуть выше, эти две были. Одна из них ниже, другая еще ниже. Но там прям вот такое вот расстояние тоже было. Но ровно по вертикали. То есть это, скорее всего, проблема в моем прицеливании. Я не знаю, или ветер. Ну давай, ветер, покачай ветки. Ладно, сейчас еще один быстрый отстрел, чтобы закрепить. Вот. Вот такой получше будет вариант. Значит, так вот они прилетели, все рядышком. Вот это вот Broadhead, Field и неоперенка. Неоперенка чуть-чуть закидон вверх, ну, на 30 метров можно себе позволить, наверное. Такой эксперимент, он одновременно проверяет, или челлендж самого себя, он проверяет одновременно и вашу, и настройку вашего лука, то есть как ровно вылетает стрела, и ваше умение прицеливаться, то есть стрелять, наводить пин и удерживать пин именно на той точке, куда вы хотите послать стрелу. Ну и оба этих момента подразумевают хорошую технику. Упор, что там, прикладка, то, как вы нажимаете на курок, и все остальные нюансы и моменты, про которые Сергей Олегович так усердно нам рассказывает в своих роликах. Ссылку на всех тех людей, которых я перечислил, на их YouTube-каналы будет в описании этого ролика. Подписывайтесь, смотрите, черпайте вдохновение. Участвуйте в этом челлендже, если хотите охотиться в будущем или сейчас уже. Участвуйте в их челленджах, если хотите выйти вообще на новый уровень. На этом все. До скорых встреч. Ласка, ты что там, малину что ли ешь? А? Вкусная малина-то. Гля-гля, реально. Подъедает. Да ладно, ешь, что-то мне не жалко.